Прошли тысячелетия, прежде чем человечество достигло своей эпохи технического прогресса. Прежде чем оно научилось летать и осознало, что может достичь ближайших планет и даже ближайших созвездий. А теперь давайте задумаемся о следующем. Что же представляет собой этот рассказ пророка? В конечном счете, ничто иное, как послание в будущее. Этот блестевший человек в меди, человек, который направлял Иезекииля и поручил ему точно записывать все данные, он со своей стороны, естественно, очень хорошо знал, что делал. Знал он также и то, что поколение Иезекииля, как, пожалуй, и 2-3 последующих поколения, никогда не смогут понять рассказ пророка. Но он точно знал, что когда-нибудь в будущем обязательно наступит эпоха технического прогресса. Он обращался к будущим поколениям, поколениям потомков Иезекииля. Он знал, что когда они будут читать древние сказания, словно пелена упадет с глаз. По следам всемогущих. Библия на чертежной доске. Верующий человек в наши дни читает Библию совершенно иначе, чем делал это верующий 200 лет тому назад. А 200 лет назад люди воспринимали библейские тексты совсем по-другому, чем 1000 лет назад. Это можно легко доказать, надо только сравнить тексты старых Библий с современными переводами. При этом мне хотелось бы особо подчеркнуть, что я никогда не ставил под сомнение существование Бога. Я всегда был и остаюсь человеком, верующим в Бога. Правда, мне уже ставили вину, что я чересчур детально разбираю Библию. Но современные теологи потрудились на этом поприще намного лучше меня. Одно из самых удивительных сказаний в Ветхом Завете исходит от пророка Иезекииля. Свое повествование он ведет от первого лица. 200 лет назад Иезекииль бесспорно считался пророком, чье слово священно. Между тем, специалисты сошлись во мнении, что книга Иезекииля состоит как из древних оригинальных текстов, так и из добавленных позже вставок. Что же делает рассказ Иезекииля таким интересным? В самом начале описывается, как налетел бурный ветер, окруженный большим облаком и сияющим блеском. Из середины что-то светилось, как огонь. Иезекииль описывает четырех существ с прямыми ногами и ступнями, которые сверкали, как блестящая медь. Каждое из этих существ имело четыре крыла, отмечается далее в рассказе пророка. И, наконец, пророк увидел на земле блестящие колеса, которые выглядели так, как будто одно колесо находилось внутри другого. В рассказе пророка скрупулезно отмечается, что эти колеса могли двигаться во все четыре стороны, не переворачиваясь вокруг оси. Колеса имели ободья. Когда эти странные существа с крыльями поднимались с земли, то с земли поднимались и колеса. Затем пророк описывает, что от крыльев был такой шум, как от бушующей воды. А когда странное творение поднималось вверх, то слышался гул, как из воинского стана. В лютеранской Библии 1906 года издания даже говорится, что над творением что-то сверкало, словно сапфир, внутри которого было подобие престола. И на подобии престола сидело подобие человека. Странный библейский текст, который сразу же, с самого начала, напомнил мне неправильно понятые технологии. Так что же именно видел и описал этот Иезекииль или кто-то из его предшественников? Верующие читатели Библии считают, что здесь описано видение. По-моему, это неверно. Потому что Иезекииль описывает не только то, что он видит, но и ужасающий шум, который он слышит.
К тому же далее по тексту ему предлагается что-то поесть. Он принимает еду и сразу чувствует себя лучше. А именно так, как будто ему дали успокоительное средство. Этот текст пророка заинтересовал ведущего инженера НАСА Йозефа Блюмриха, задавшегося вопросом, что же могло подразумеваться под таким описанием. Йозеф Блюмрих изучил несколько редакций Библии, изданных в разные столетия, и сел за чертежную доску. Точно придерживаясь рассказа пророка и руководствуясь своими знаниями конструктора космической техники, он стал чертить. Результатом стал весь этот эскиз с изображением того, что должен был видеть пророк. Основной корпус объекта имел форму детского волчка. Наверху находился командный пункт с круговым обзором. Это было именно то, что пророк назвал сапфиром, благородным камнем с подобием престола наверху. В пределах земной атмосферы такое тело передвигалось при помощи четырех жестко соединенных винтовых устройств. Несущие винты пророк Иезекииль назвал крыльями, которые производили ужасающий шум, сравнимый с шумом многих вод. И, наконец, прямые ноги с посадочными дисками, которые, по словам Иезекииля, сверкали как блестящая медь. Все это, естественно, не было космическим кораблем для полетов с одной звезды на другую. Это был всего-навсего транспортный корабль, созданный для челночных рейсов между базовым космическим кораблем и поверхностью планеты. Главный двигатель представлял собой ядерный реактор, который находился в центре летающего объекта. Радиатор системы охлаждения реактора накалялся. Это было как раз то, что имел в виду пророк Иезекииль, когда говорил о раскаленных углях между летающими существами. На рисунке вы видите испытание такого объекта в аэродинамической трубе, проведенное НАСА. При вхождении в атмосферу весь аппарат раскаляется. Но ядерный двигатель не мог быть использован, скажут некоторые, так как это привело бы к радиационному заражению окружающей среды и облучению команды. Я напомню, что точно так же сейчас приводятся в движение многочисленные атомные подводные лодки. Все это, в конце концов, вопрос технологии. Но вернемся к рассказу Иезекииля. В нем очень детально описываются своеобразные колеса. Говорится, что колеса имели ободья, и тем не менее могли двигаться во все четыре стороны, не поворачиваясь по ходу. Обычно колеса вращаются вперед или назад. Их направляют при помощи системы управления и поворачивают влево или вправо. Но с этими колесами дело обстоит не так. Они были закреплены неподвижно, и, несмотря на это, могли вращаться во все стороны. В НАСА задумались над устройством этих странных колес, и в итоге сконструировали новое колесо. Вот такое. От центра колесо разделено на отдельные сегменты. Каждый сегмент заканчивается валиком, который может вращаться в обе стороны, то есть на зрителя или от него. Колесо такой конструкции может передвигаться во всех направлениях, даже по диагонали, без поворота оси колеса. Вперед и назад это колесо передвигается так же, как и любое обычное колесо, а в сторону же за счет движения только того валика, который соприкасается с землей. Того, кого называет Бог Яхве, это был весьма невысокого уровня посредник, представитель паразитической системы, который был послан на землю. Вы думаете, что они посылают самых генералов крупных туда, да? Подумайте сами. Вы что думаете, что вот тот, кто прибежал и бегал вокруг Евы и не забывал заглянуть под юбку, извините за выражение, это высочайший рак даже паразитической системы? Извините, если дошло до того, что в Ветхом Завете, если в Торе описывается, что дважды отцом детей Евы становился Бог Яхве.
Авель, первый сын, и второй Сиф, извините. И это прямым текстом написано в Ветхом Завете. Ну и в Торе, естественно, откуда взято это. Ну, это, конечно, высший уровень иерархии. Просто, понимаете, естественно, что когда он появился, серая раса появилась, представители серой расы появились среди людей, которые потом называли евреев, начали называть. Естественно, что для них то, что он мог, и они, и другие, которые были с ним, могли, было несколько за гранью возможного. Естественно, они думали, что это божественные возможности. На самом деле это не так. Подумайте, кто пошлет на другую планету самого главного? Никто не пошлет. Даже вспомните пример такой, кто читал мою автобиографию, я приводил пример, как в 88 году в мае ко мне приезжала старушка из Свердловска, которая вышла там на контакт, и которая, получала информацию, потом, когда разоблачили того, так вот там кто ее дурил, он сказал: я нет ничего, я только выполняю задание, мне приказали, вот я и выполняю то, что мне приказали. Вот вам пример. Никто не будет приходить из иерархии, это совершенно разный уровень работы. И если даже прилетает, понимаете, на тарелках летающих, космических кораблях, захват и так далее. Естественно, прилетает. Но, извините, скажем так, пилот, самолет ведущий, очень много знает о целом цивилизации. Он прекрасно знает, как вести самолет, как управляться, но, в принципе, больше не так уж много знает, правильно? То же самое, прилетающие, захватывающие представители цивилизации, они не являются высшими иерархиями и так далее. Они являются просто пилотами, группами исследовательскими и так далее, и тому подобное. Так и здесь. То же самое Бог Яхве, который описывается, никогда не являлся высшим иерархом в своей системе. Это просто мелкая пешка, которую послали выполнять работу, грязную на работу среди дикарей. Их облапашивать. Между прочим, за эту конструкцию колеса НАСА получила патент США номер 3,789,947. Такое колесо, которое без каких-либо движений управления может повернуть за любой угол, предположительно будет использоваться при высадке на Марс. А мне просто смешно. Ведь вся идея такой конструкции колеса позаимствована непосредственно из Ветхого Завета. Но дальше еще интереснее. Космический корабль, так обстоятельно описанный в рассказе пророка, появляется снова, даже забирает пророка и доставляет его в далекую страну на высокую гору. Тому, кто станет говорить, что пророка доставили в Израиль, потому что так якобы написано в библейских текстах, следовало бы сравнить различные варианты Библии. Слово «Израиль» является только вставкой переводчика. В оригинале этого слова нет. К тому же в Израиле нет ни одной высокой горы, а Иезекииля доставили на высокую гору. Как говорится в рассказе пророка, прибыв туда наверх, он увидел человека, который выглядел как медь, то есть незнакомец блестел как металл. Это существо держало в руках измерительную рейку и веревку. Оно настоятельно попросило пророка Иезекииля очень точно запомнить все, что будет происходить, потому что его доставили сюда именно с этой целью. То, что произошло дальше, каждый сможет проверить сам, посмотрев изложенное в книге Иезекииля в главах 40 по 48. Вместе с этим блестевшим как медь человеком, пророк Иезекииль обмеряет большое здание. Все данные измерений записываются с педантичной точностью. Длина, ширина, ориентация по отношению к сторонам света, с севера на юг, с запада на восток и так далее. Указываются различные ступени и даже описываются произведения искусства, висящие на стенах. Внимательный свидетель-очевидец отмечает даже небольшой ручей, который протекает около этого здания и, превращаясь в могучий поток, впадает далеко-далеко в море.
Теологи прежних времен рассматривали это описание как видение храма, считая, что Иезекииль видел будущий храм в будущем Иерусалиме. Очевидные противоречия с оригиналом рассказа Иезекииля великодушно и, конечно же, легковесно отбрасывались. Господин Байер, вы ведущий инженер крупной международной организации. Вы построили вот эту модель, но что это? Это храм Иезекииля, описанный в главах 41 и 42 Библии. Извините, что я перебиваю вас, но, по-моему, все это выглядит не как храм, а скорее как стадион. И как, кстати, возникла у вас мысль об этой реконструкции? Да, господин Деникин, и в самом деле очень странно, что это могло служить храмом. Реконструкцию же я произвел по текстам Иезекииля. Надо сказать, что заниматься этим было очень интересно, потому что нигде в Библии не приводится столько данных измерений, как у Иезекииля. А какой редакцией Библии вы пользовались? У меня было много первоисточников. Правда, местами между ними были значительные расхождения. Всего было около 30 разных изданий. Но наиболее важные выводы я смог сделать из новой американской Библии, изданной в 70-м году. И там есть какие-то конкретные данные? Да, чрезвычайно точные данные. Лучше я покажу это на примере. Вот все сооружение. Вот, собственно, сам центр, который представлен здесь в виде модели. Здесь Иезекииль встретился со своим проводником. Этот проводник имел при себе измерительную рейку и веревку, тоже для измерений. Это то существо, которое описано как человек в меди. Да, Иезекииль был доставлен туда чем-то, что он называет «славой Господа». Он оказался на горе, на высокой горе земли Израилевой. Здесь он встретился с проводником, и они прошли через эти ворота здания. А дальше начинается самое интересное. Все размеры, которые вы сейчас от меня услышите, являются точными размерами, которые называет Иезекииль, или их суммами и разностями, что вполне допустимо. Понятно. Затем Иезекииль описывает коридор, где было по три комнаты с каждой стороны. Я вижу, здесь все точно сориентировано. Конечно, по сторонам света. Затем он описывает квадратные комнаты по 6 локтей каждая, причем подразумевается большой локоть, равный примерно полуметру. Далее вот здесь выступ в один локоть, потом пространство в 5 локтей, и приводится общая длина и общая ширина. Так что мы можем установить, что для каждой стены недостает точно одного локтя. Если я вас правильно понял, то пророк Иезекииль входит с этим человеком в меди, который блестит вот отсюда, отсюда, отсюда. И у них есть веревка для измерения. И Иезекииль все измеряет. Каждый может прочитать об этом в Библии. Да, каждый может прочитать и убедиться в том, что все размеры в Библии подтверждаются. С этим я разобрался сравнительно быстро, что, конечно, стимулировало дальнейшие изыскания. Есть еще целый ряд интересных моментов, таких как, например, ситуация со входом в храм. Здесь все размеры также суммируются, но остается разность в 30 локтей, о которой в Библии ничего не говорится. Это разность, которой отмечается длина вот этого выступа. И именно этих, точно этих 30 локтей, нам не хватало, когда мы позже суммировали все размеры, расположенные в этом направлении. Так у нас получился общий размер в 500 локтей, который называет Иезекииль. А сколько же это в метрах? Локоть соответствует примерно полуметру. Значит, здесь будет округлено 250 квадратных метров. Сам храм примерно 50 квадратных метров. А эта часть примерно 100 квадратных метров. Все построено в виде террасы, не так ли? Да. Но я не совсем понял, почему же построен не закрытый храм, а, как мы видим на модели,
Нечто открытое сверху, без крыши. Вы упомянули именно то ошибочное решение, за которое цеплялись прежние реконструкторы, считая, что здание должно быть закрытым. А закрытое здание никак не согласуется со всеми текстами и высказываниями пророка. Единственное решение, которое согласуется с его высказываниями, указывает на здание, открытое сверху. Например, Иезекииль говорит: «Здание кверху расширялось», и рассказывает далее, что там было три прохода. Там были комнаты, и из одной комнаты можно было переходить в другую. Я читал Библию очень внимательно. Он даже говорит, что слава Господа, да, вошла в здание. Правильно. А это возможно только в том случае, если нет крыши. Вы не ошибаетесь. И Иезекииль говорит, слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных к востоку. И глаз его, как шум вод многих. Подобное видение я видел у реки Ховара, и он вошел в дом. С шумом и грохотом, который принес с собой. Именно так. Одним из прежних главных конструкторов НАСА был господин Йозеф Блюмрих. Он сделал реконструкцию космического корабля-челнока. Да, я знаю. Когда вы, господин Байер, планировали и осуществляли свою блестящую работу, было ли вам уже известно о реконструкции господина Блюмриха? Нет, тогда я о ней еще не знал. Я узнал о ней, когда моя концепция практически была готова. И что самое смешное, сначала я не обратил внимания на взаимосвязь со славой Господа, потому что больше заглядывал в те места Библии, где указывались размеры. Вот так. А то место, где сказано, что дом наполнился, на других страницах. И прошла пара недель, прежде чем я додумался, что это должно выглядеть вот так. Но сейчас вы знакомы с Блюмрихом? Да, несколько недель назад мы встретились. Господин Блюмрих подготовил свою реконструкцию. И меня очень интересует вопрос, подходит ли ваша реконструкция так называемого храма к реконструкции сотрудника НАСА? Да, идеально подходит. Это даже позволило господину Блюмриху доработать свою концепцию, располагая более точными размерами, а также исходя из того, что эта машина имела базу, и поэтому ей не надо было таскать с собой все горючее для обратного пути. Он усовершенствовал свою конструкцию. Господин Байер, вы написали очень увлекательную, по-настоящему исследовательскую книгу о своей работе, о реконструкции храма Иезекииля. Какие можно было бы в 2-3 предложениях сделать выводы из вашей работы, а также из работы сотрудника НАСА Блюмриха? Коротко? Да. Во-первых, я считаю, что этот храм реально существовал. Во-вторых, я считаю, что он находился не в Вавилоне и не в Израиле, а где-то в другом месте, далеко от них. И в-третьих, моя работа подтверждает как работу Блюмриха, так и то, что Иезекииль был замечательным наблюдателем, и, используя представление своего времени и возможности своей речи, сумел столь блестяще все описать. Теперь мы, пожалуй, сможем на основании объективных и самостоятельных исследований двух инженеров, инженера НАСА Блюмриха и вас, инженера крупной международной организации, специализирующейся на подобных проблемах, сможем себе представить, что же тогда происходило. Иезекииля забирают на этот космический корабль-челнок, да, он куда-то улетает, достигает этого так называемого храма, который в действительности был ничем иным, как станцией технического обслуживания. Да. Конструкция получается такой, потому что корабль-челнок Блюмриха сужается к низу, как волчок, а снаружи к нему надо подходить со всех сторон. Вот поэтому и требуется такая конструкция. А сейчас мы вам покажем, как все это выглядело в действительности, и что пережил пророк Иезекииль примерно 2500 лет тому назад. We'll be right back.
Прошли тысячелетия, прежде чем человечество достигло своей эпохи технического прогресса. Прежде чем оно научилось летать и осознало, что может достичь ближайших планет и даже ближайших созвездий. А теперь давайте задумаемся о следующем. Что же представляет собой этот рассказ пророка? В конечном счете, ничто иное, как послание в будущее. Этот блестевший человек в меди, человек, который направлял Иезекииля и поручил ему точно записывать все данные, он со своей стороны, естественно, очень хорошо знал, что делал. Знал он также и то, что поколение Иезекииля, как, пожалуй, и 2-3 последующих поколения, никогда не смогут понять рассказ пророка. Но он точно знал, что когда-нибудь в будущем обязательно наступит эпоха технического прогресса. Он обращался к будущим поколениям, поколениям потомков Иезекииля. Он знал, что когда они будут читать древние сказания, словно пелена упадет с глаз, и они поймут, что, собственно, имелось в виду в этом тексте пророка. Поэтому я думаю, что это пророчество, этот текст был предназначен для будущих поколений, и адресаты мы с вами. Это послание касается нас. Теперь наше поколение понимает, наконец, что в свое время произошло и что имеется в виду в текстах. Ведь Иезекииль, или кто бы он ни был, наш предшественник, записавший первые подлинные рассказы, даже спрашивал у этого человека в меди, почему ради всего святого он должен все это записывать. Ответ был краткий. «Ибо ты для этого и приведен сюда, чтобы я показал тебе это». Да, и есть еще кое-что, что знал этот незнакомец, блестевший так красиво, как металл. Он четко и ясно сказал пророку и, наверное, будущим поколениям. И вы можете прочитать это в любой редакции Библии. «Сын человеческий, ты живешь среди строптивого народа, который имеет глаза, чтобы видеть, но не видит, и уши, чтобы слышать, но не слышит». Ну, здесь спрашивается, так сказать, по поводу христианства, потому что я показывал статьи свои о пророках, о лжепророках и вообще, почему типа христианские священники, иерархи продолжают дурить народ. Да потому что это оружие социального порабощения народа. Я специально в этой статье показал, что согласно Торе, любой пророк, который приходит, и он отклоняется от Торы, согласно законам Торы, должен немедленно уничтожить. То есть, когда Радомир, кого называют Христосом, пришел к иудеям для того, чтобы погиб овцы дома Израиля, помните фразу? И пришел, чтобы их освободить от рабства черных сил, его, иудейский первосвященник, уничтожили по всем законам Торы, как лжепророка, который дискредитирует Тору. И казнили его, как раз, принеси в жертву, как раз в праздник Песах, который как раз отмечается торжество иудейского, ну, кажется, культа мертвых, культа Луны. Его принесли в жертву в праздник Песах, а не то потом Пасха возникла в этот день, ничего подобного. Его принесли в жертву в праздник Песах, как лжепророка, потому что он разоблачал первосвященников. Я это показал в этой статье. То есть я взял тексты из Торы, как говорится, и взял тексты из Нового Завета и показал, что смотрите, христиане почитают Тору, Ветхий Завет, что есть Тора, в принципе. Но извините, противоречие, это противоречие противоречие, люди не видят очевидных вещей. Естественно, священники, но вы, как помните, после этих статей, нескольких статей, когда я ответил на их критику, так сказать, ответ им очень не понравился, после чего они перестали, потому что пользы от этой критики было больше мне, чем им, потому что нападки их все необоснованные фальшивости, основанные фабрикации, а мне не очень нужно фабриковать, потому что Тору, я никогда не фабриковал Тору, никогда не фабриковал Новый Завет, Ветхий Завет, они сами эти документы печатали миллионами тиражами,
И я не искажаю ни одного слова, в то время как они искажают. Это когда я отвечаю, моя позиция такая, никогда не нападать. Я не сторонник нападений. Я имею право лишь только защищаться, с моей точки зрения. Или предотвращать что-то плохое. Так вот, когда нападают, я отвечаю по полной катушке. 2-3 раза ответил, после чего они тут же заглохли, потому что люди, после этого, прочитав статьи, вот эти, тут же, которые ходили в церковь и считали себя христианами, после того, как прочитав это, они переставали оному быть. Потому что я специально привел, вот смотрите, вот Тора, Бог Яхве является Богом тоже. Вот Новый Завет, где тот же самый Бог Яхве является Богом тоже, Богом Отцом. И что же в Торе говорится, что же Бог Яхве говорит Торе своему избранному народу? Он говорит, что будет свет для избранного народа, а для всех остальных будет тьма и мрак, и хаос. Получается, свет Бога Яхве является мраком и хаосом для всех остальных народов, кроме избранного. И следующее говорится, что вот вам, избранному народу, все народы становятся рабами, царские дочери будут кормить ваших детей своей грудью, все народы будут порабощены, все богатства и ценности народа будут принадлежать вам. Это в Торе написано. Любой народ, который будет противиться этому, должен быть уничтожен физически под корень. Это написано в Торе. Сейчас, правда, не дословный перевод, перевод текст, но близко к тексту. Дословно можете прочитать в статьях и самой Торе. В Новом Завете говорится следующее. Христиан говорится, что все беды на нас идущие, это или грешный человек, то есть грехи, человек грешен, и вот Бог его наказывает за грехи. И он должен смиренно эту кару Божию принимать. Но если человек говорит, что я грехов не имею, тогда это испытание Божие, проверяет тебя, насколько твоя крепка вера. Значит, ты должен смиренно все принять и сдохнуть. И вот когда ты сдохнешь, вот если ты испытание прошел, вот тогда Бог тебя направит в рай. Не уточняю, что это такое, что, правда, там говорится, там реки молочные с кисельными берегами, но там, кто побывал в том раю, никто это подтвердить не может. Так вот, я и говорю, смотрите, получается следующее, что один тот же Бог, и там, иудаистов, и христиан, Бог Яхве один. Одним он говорит, что не обещает райскую жизнь после смерти, он обещает, что вы будете править миром, вы будете иметь все богатства народов, все народы будут вашими рабами. И тот же самый Бог для христиан говорит, а вы, рабы, должны смиренно все это принимать. Ну, это очевидно. Вот когда я так свел вместе две вещи, у многих людей, конечно, глаза подкрывались. Вот что обещает один и тот же Бог разным своим созданиям, которые вроде созданы были им, все были созданы им же, и первые Адам и Ева были. Видите, странный подход к своим собственным созданиям, которые по образу и подобию его уже созданному. Понимаете? Так что, к сожалению, большинство людей не читает ни Торы, ни Нового Завета. А если читает, то очень невнимательно. И существует еще тот фактор, который многие просто не знают. Вот той архангельской школе, которую я уже упоминал сегодня в силу вопросов, был такой момент, когда я специально просил всех студентов прочитать Новый Завет, ну, после занятий, чтобы заново перечитать, кто не читал. И попросил, потому что они принесли ко мне на, после того, как через несколько дней, сказал, ну что, прочитали, кто прочитал, принесите свои книжки Нового Завета. Они небольшие, в принципе. Они принесли. Я просто взял книжки, не открывая, вот так взял, провел рукой, вернул обратно. Я просто убрал программы зомбирующие с книг, которые там были. И люди прочитали после этого, и такие вытрущенные глаза, как так? Что вы сделали? Мы же это читали, там этого не было. Да? Вот пока вел рукой вокруг, я переписал текст у всех книг напечатанных. Я просто снимал те зомбирующие, самозомбирующие программы, которые создатели Торы, Нового Завета, Ветхого Завета, специально накладывали, и читающий человек понимает не то, что написано. Они, в принципе, иногда я поражаюсь их, в принципе, как бы сказать, ну, не наглости, а и наглости, и, кажется, беспредела. Они считают, что все такие тупые, что никогда не смогут никогда снять блокировку, которую они наложили, чтобы вот эти программы накладывающие, что они никто не сможет преодолеть их. И они даже особо не церемонились, чтобы изменить текст так, чтобы хотя бы логично было связано. Они просто
просто плюхли вещи, которые несовместимы даже, несовместимы ни по понятиям, ни по географии, ни по пониманию, ничего там. Там абсурд такой написан. Кроме того, мерзости, когда в том же самом Ветхом Завете упоминается, что посчитать, что это написано, уничтожено более 2 миллионов человек за те процессы, которые написаны в Ветхом Завете. 2 миллиона человек в те времена – это колоссальное число людей. Геноцид проводился, и они приводят как это благое дело. Ну вот, потому что они действуют согласно Торы, когда любой народ, который не принимает закон Торы, должен быть уничтожен. Но дело в том, что тут спрашивают, кто серый, Кощей, откуда Трихепов говорит, что они прилетели на Землю 5000 лет назад и продолжают задавать свое видение. Ну, во-первых, Кощей, если вы читали, если Трихлебов читал Веды, не сам писал, то он прочитает, что Кощей были не только 5000 лет назад, они были еще и 500 тысяч лет, и 600, и раньше. Это просто так называли наши предки, правители темных сил. Это первое. То, что они прилетели 5000 лет назад и высадились, и стали действовать, и создавать иудеев, вот бог Яхве это и есть как раз один из таких серых рас. Представьте себе, гермафродит, который, так сказать, согласно той же самой, опять-таки я момент это поднимал в своей книге «Россия в кривых зеркалах», в Ветхом Завете четко прописано, что 2 ребенка, первый и третий, у Евы зачаты от Господа Бога Яхве. Неплохо, да? И вопрос, а какой же морали? Во-первых, первый ребенок не от Адама, а от Бога Яхве. Помните Авеля, да? Вот. И вопрос, какой же морали, высокого уровня морали он может говорить, если он, крыться, не пропускает ни одной юбки. Ну, может, просто других юбок не было, не знаю. По его делам только одна юбка была, Ева, но тем не менее. Так кто же грешен, Адам или то же самое Яхве, который ее же, по его же понятиям, получается, соблазнил? И что этому есть прямое подтверждение, если почитаете, опять-таки, Ветхий Завет, внимательно читайте, там рождение Сифа, там же описывается, что Адам возрадовался, что вот она вновь тяжела, но сказал, не возрадуйся, это он пришел и положил свое семя вместо твоего. Но я думаю, куда уж более точно указано, да? Тут сомнений может быть, какое семя положил и вместо какого семя положил, да? Что там говорится, что... И это пишет, что восстановление божественного семени. Извините, это Бог? Всевышний, который создавает это все? Ну, извините, он ничуть не уступает... Не будем повторять, кто, вы понимаете, кто, да?